Доченька, голубушка, попробуй вот эти грибочки. Я их сама собирала. Спасибо, мама. Попробуй лучше, внученька, яблочек. Они полезны, в них витамины, в них кальций и бром. Хорошо, бабуля. А у меня сюрприз. Вот тортик я испекла специально для нашего завтрака. Ну чудо, чудо, а не девочка. Какая тоска. А? Тоска. А? Рейтинг упал, ниже некуда. Как только у них поставили камеры в доме, сразу они какие-то образцово-показательные стали. Я говорил, надо было у Пастушенко снимать. Он интересный человек, вор. У него деверь из тюрьмы вышел. Жена проститутка, дочь даун, в ванной живой питон живет. Я, с вашего разрешения, удаюсь в дамскую комнату. А я, пожалуй, схожу в ванную. У меня там маленькая пастирушка. Мама, ты. Мама. Я тебе помогу помыть твою маленькую пастирушку. Мама, я так устала. Не почесаться, не пукнуть. Хорошие манеры, подайте, пожалуйста, спасибо. Ты себя, я вижу, еле сдерживаешь уже. Это да. Но слава богу, хоть в ванне, в туалете можно расслабиться. Здесь ведь не снимают. Опа! А кто им сказал, что в ванной и туалете не снимают, а? Я. Кто? Я. Гениально! Алло, здорово я придумал в ванной и туалете снимать. Ага, спасибо. Давай, не отвлекайся. Помечай дубли и эти рейтинги сверяй. Ничего себе. Мы только что обошли по рейтингу «Кто хочет стать миллионером?». У них ведущий барахло. Да. Только что «Поле чудес» обогнали. У них канал барахло. Только что обошли мир животных. Алло, да? Обошли. А кто эту семью нашел, а? Кто? Я! Мама, мы будем говорить папе про то, что у нас в квартире установлены скрытые камеры и нас снимают для телесериала. Ну, нет, конечно. Ведь подумай сама. Тогда придется делиться с папочкой нашим гонораром. Какая я дура, спросила, конечно. Ну вот помянешь черта, он тут как тут. Да черт твой муж пришел опять не вовремя, а? Прости, конечно, это и твой отец тоже, но лучше бы он сидел себе на стрельбище и охранял свои гранаты. Васечка, любимый мой, пришел. Папа наш дорогой. Что, а? Ой, зад, что ли, от седла не оторвать, когда отец звонит. Ах ты, ё-моё, да ну что вот, ай. Ну как ты, Настасья Филипповна, а? Опять у нас изба читальня-то занята, что? Куда ж мне-то ходить, а? Ай, в брюку
что ли? Ну, все, в брюку иду. Или в раковину. В раковине я не застаю, а если класс, посмотрю. Сики, как классно я все организовал, а? Вот видишь, мы еще свою туфту получим. Тефи. А? Тефи. А, Тефи, да. Сики, Сики. Пить хорошо, а пить счастье. Что-то я не понял, а? Что это у вас? Чистота, порядок? Праздник, что ли, такой запоздалый? Как не к себе домой пришел, а? Что папа говорит, да, правда? Да. Что ты говоришь? Шутит ты. У нас все как всегда. У нас всегда такой порядок. Садись, кушай. Садитесь, папа. С памяти что-то стало. Вот это дело, а. Хорошо, чушка. Я не поняла. А ты не хочешь, Житек, помыть руки после туалета? Руки помыть не хочу. А вот ноги, чресла затекшие, расступоню. О, как тяжело хлебушек-то дается. Вот так вот. Так, я не поняла. А тебе не кажется странным класть носки возле тарелки? Да, мне не кажется. Мне так даже аппетитнее. Сыром овечьим тянет. Ну тогда я тебе, Зятёк, для аппетиту специй добавлю. А я же, мама, вам, как дурак, операцию на аденоиды оплачивал. Вася, можно тебя на минуточку? Да, она мне носки в борщ кинула. Старая клея. Я прошу тебя. Да, морда в кулаке со мной. Успокойся! Пойми меня правильно. У нас в квартире установлены скрытые камеры. Змеев ползать начал. Какие камеры? Скрытые. Их установил товарищ комбат. Товарищ комбат. Да, комбат. Комбат. На тебя анонимка пришла. Как будто бы ты выковыриваешь обогащенный уран из боеголовок и продаешь через дырку в заборе. И родине изменял дважды. Это Марков-завистник. Нет, это Пастушенко. Точно, Пастушенко. Я у него масло украл дважды. Вот так и сказали. Пастушенко написал на тебя анонимку хохол из вашей части. И да. Насвистывай. Здесь-то нет. Этих камер, а? Сказали, что в ванной и в туалете, слава тебе, Господи, нет. Ну да, слава Богу, хоть покекать нормально можно. Главное, нам нужно вести себя, естественно, как ничего не бывало, как будто у нас образцово-показательная семья. Ну, а если нужно расслабиться, то там разрядиться, сразу в ванную и в туалет. В туалете я уж разряжусь, да. Пошли. Все в порядке. А, у нас гости. Ну так ши. Я очень люблю гостей, да. Хотя зарплата небольшая и стол накрыть нечем. Папа, у Петра Семеновича беда, да. Ему, бедному, изменяет жена. Я, главное, так поняла, что прямо на его глаза. В ложе собственной квартире. Ну... А я-то чем помочь могу? Да я предлагаю, может быть, пока оставить Петра Семеновича у нас пожить. А, хотя, конечно же, Петр Семенович,
Оставайтесь! Все к нам! Приезжайте! К сожалению, я не могу принять ваше предложение, потому что я буду чувствовать себя здесь неловко и двусмысленно. С чего это? Дело в том, что я встречался с Ниной Марковной, вашей женой, ну и еще до вашего супружества, конечно. Но моя супруга наверняка подумает, что я специально назло ей ушел к своей бывшей любовнице. Простите. А-ха, да ладно, делов-то до замужества. Я вот к твоей Зинаиде уже и после замужества захаживал, и ничего. Как говорится, я отсохла. Так, значит, ты изменял мне? Да ладно. Банально. Да ты... Сосед! Да ты чё? Теперь я понимаю, папа, почему у тебя никогда нет денег. Потому что ты тратишь их на свою любовницу и её ублюдочных деток. Поняла. Чего это они тебя все время хлещут? Но мне эта игра понравилась. Нет, нет, я не буду. Вот такие вот игры на свежем воздухе. Вот это кадры, вот это персонаж. Что ты? Я говорил, не надо снимать этого вонючего пастушенка с его паршивым бидоном. Все я. Ничего. У нас в полку. На свинарнике. Еще не такие баталии выдерживались. Это Петр Семенович, пойдем-ка я тебя с твоей женой помирю. Я ведь лучший в мире миротворец. Я ж голубой. Голубой берет. Идем, Петр Семенович. Идем, да быстрее, без всяких вздохов. Не бойся, кто здесь, время засекает. Я мастер эти конфликты решать. Тя-тя-тя! Только я тебя прошу, не прошу. Надо! Помоги! Кто это установил камеры в квартире ботаника, а? Я. Вы же сказали, что вы с ними договорились. Нет, я не договаривался. Тогда надо выключить, мы по закону не имеем на это права. Ага. Алло? В квартире ботаника? А что, понравилось? Это я. Я установил, да? Спасибо. Вот так вот, это я. Давай, работай. Помечай там дубли, рейтинги. Все нормально. Возвращайся. Петр Семенович домой. Жена снова любит только тебя. Хот-хот! Я пойду к себе. Спасибо. Я присяду здесь. Пожалуйста. Тёпку забыл. Ой, что же вы, Наташа, проходите, пожалуйста. Идите прямо. Не, напрямки, короче, пожалуйста. Я у вас так давно не была. Хорошо.
слышал. Потерял себя ты. Понял. Что это они поют? Это наша, семейная группа готовится к конкурсу евреев. Евровидение. Как называется группа? Это Тату, Тату, да. В переводе с украинского «батя». Тату, Тату. Тату, батя. Наши сети в этого проекта. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. Без меня тебе, любимый мой, лететь земля мала, как остров. Пожалуйста, проходите, чувствуйте себя как в бане. Проходи сюда. Смотри-ка, Пашку, сына Василия, по телевизору показывают. А, интересно. Что это за сериал? А? Люди-уроды. Надо же, звездой стал. Ой, мы один. Естественно, Коломбушин еще для этих целей, а? Каких целей? Вы говорили, что мы будем заниматься английским языком. Я не говорил английским, я говорил так. Языком, если получится. Да? Да. Как так, это языком? Так, так, это языком. Как это? Я сейчас покажу. Как это? Вот ой. Так вот, смотрите, как. Вот так вот. Смотрите, как. Что, так больно? Наступил? Даже показывают по телевизору. Иллюзия. Что происходит, Павел? Вы все снимаете на скрытую видеокамеру? А потом продаете! Продаете на горбушке по 7.50 за кассету вашей грязной оргии! Какой вы подлец! Это Павел, что говорит за нас? Боже мой! Как хорошо он играет! Просто как молодой Вячеслав Тихонов! Правда? Подождите, Наташа. Я сам не понимаю, что происходит. Кто-то за это ответит. Например, Федерация интернет-образования. Наташа! И мы еще споем. Салям алейкум, дорогой. Дорогой, салям алейкум. Мы пришли за нашим Мурадом. За нашим Мурадом мы пришли. Вот деньги. Деньги, вот. А где наш Муран? Какой Муран, а? Какие деньги? Вот такие зеленые бумажки. Я раньше только у Пустушенко в тумбочке видел, да? Это все он, наш участник воровый, а на меня Валя, да. Он и питона нашего Столовского украл, за хвост уволок. Держит у себя дома его в ванной, а там не знает, чем его кормить. Меня спрашивал, чем его кормить, говорит, я тоже не знаю. Он говорит, и я не знаю, говорит, питон-то в ванной дохнет. Сам у питона от хвостика каждый вечер по кусочку откусывает. Смотри, нашего прапорщика Василия показывают. Так что, уж не знаю, кто вы там. Товарищи мавры, это не ко мне. Это все к Пастушенко. Пастушенко, он вор, у него девять проститутка. Жена дебилка и дочка из тюрьмы вышла. Это все к нему. Заткнитесь вы все! Пастушенко, сейчас рейтинг рванет, шкалы не хватит. Что ж ты, гад? Пастушенко, на всю страну поганишь. Да ладно, ладно, на всю страну. Это кино. Только для нашей части товарищ комбат снимает. Пускай товарищ комбат всю правду знает. Да ты дурак! Дурак! Вся страна тебя зараз по телевизору бачит. Як ты в туалете бумагу рвешь. Сдался тебе мой питон. Ну вырастил я ужика, откормил салом. Пастушенко, гад, Пастушенко, вор. Да они тебя за большие деньги в телесериал продали. Нина, а ты знала ли? А
знать. Волновать тебя не хотела, Васечка. А с гонорара 5% 10. А где эти телевизионные сволочи? Да там внизу, у автобусе, и весь дом над тобой хохочет. А-та-та-та-та-та. В автобусе. Васечка, не делай этого. Они же там деньги нам за это заплатили. А где наш уран? А где наш уран? Где? А вот где? Странно. Теперь выходит, нас показывают по телевизору. Да, нас. Что бы это могло значить? Пойду спрошу у Василия прапорщика. Угу. Держи. Поговорим, Петр Семенович, а пока за мной. По-моему, пора сматывать удочки. Да, давай-ка, пускай титры, пускай люди думают, что конец серии. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.